Бен, это ты превратил меня в предателя? Смешно. То есть Аксолотль тоже твоих рук дело? Yes. А Мишка Фредди? И даже наблюдатель из игры в кальмара? Yes. Не, ну я, конечно, все понимаю, но Нубик это, походу, самое смешное, да? Yes. Какой он дурак! Я думаю, то, что с этим Беном больше никогда не буду играть в эту игру. А чё горелым каким-то пахнет? Я не понимаю! Чё за фигня? Стоп, я чё, горю? Ёк-покорёк! Бен? Бен, жучара, это ты со мной сделал, да? Офигеть, очень, конечно, смешно. А, погоди, так я чё, просто в Роблоксе оказался, и это у меня такой скин горящий хаги-ваги? Yes. Фух, я-то уже испугался. Я уж думал то, что это со мной сделал Бен, а на самом деле нифига подобного. Я просто подошел к этому костру и разблокировал скинчанские хаги-ваги. И давай сразу же разблокируем следующих персонажей, и после этого я тебе покажу, как можно разблокировать абсолютно всех хаги-ваги в этой игре. Я думаю то, что видос тебе, конечно же, понравится, только у меня сейчас возникают небольшие технические шоколадки. Так, все, я вроде бы добрался до улья. Да, ачивку я получил, и это значит то, что у меня разблокировался новый хаги-ваги. Пчелка. Да уж, выглядит он, конечно, максимально необычно. Прошлый видосик в этом режиме закончился на том, что я попытался добраться до хаги-ваги. Вот сейчас покажу, какого именно. Чувак, ты, конечно, здесь интересно стоишь, но не мешайся мне, пожалуйста, хорошо? Вон там вдалеке стоит хаги-ваги, которого я сегодня планирую разблокировать. У меня, конечно же, с первого раза это нифига не получится, но сегодня я 100% уверен, что я смогу забрать этого хаги-ваги, потому что я нашел здесь небольшой лайфхак. Здесь, оказывается, можно просто добраться до вот этой вот комнатки. А чё я слился? Я же вроде ничего не задевал. Да уж, вот этот чел, походу, решил просто паркурить. Чувак, это вообще талая тема. Здесь нужно просто немножко телепортироваться на нашей руке. Нам чё, зря что ли ее дали? Я получил ачивку, и теперь я могу превратиться в этого максимально необычного хаги-ваги. Маркер-обнимашка. Почему он так называется, я не понял. Но я пока что в него превращаться не буду, ведь наша цель добраться до другого хаги-ваги. Я опять слился. Это уже примерно моя десятитысячная попытка, потому что я здесь уже минут 15 пытаюсь добраться до этого хаги-ваги. Опа, на, смотри, я стою на полу, но... Оп. Офигеть, меня даже не кокнуло. Кажись, прямо сейчас я смогу до него добраться. Хаги-ваги, здорово. Точнее, не хаги-ваги, а, конечно же, Килли-Вилли. Его же так зовут. Ачивку я получил, и сейчас я смогу в него превратиться. Для начала превратимся в беленького хаги-ваги, которого мы только что разблокировали. Что это вообще за чувак и что у него в голове, я максимально не понимаю. И, конечно же, превращаемся в Килли-Вилли. Ты просто посмотри, какой он страшный. Кстати, забыл тебе рассказать еще про одного хаги-ваги, который прячется у нас прямо около вот этой двери. Справа, если что, мы только что проходили испытание, а вот здесь, за вот этими вот игрушками, лежала еще одна рука. Она нам разблокировала одну ачивку, и мы можем превратиться в милого хаги-ваги. Какой же он все-таки красивый! Но у нас нет времени, нам нужно сразу же идти дальше. Я разблокировал еще одного хаги. А, здесь же есть вот этот вот бантик, точняк. И я совсем забыл то, что он разблокирует еще одного персонажа, а именно Фредди Хаги. Да, здесь реально есть даже обычный Мишка Фредди. И вот как он выглядит. Максимально реалистично. Я как будто бы попал в самый настоящий ФНАФ. Поставь лайк и подпишись на канал. У тебя есть всего лишь 3 секунды. Или я тебя съем. Раз, два, три. Я надеюсь, что ты успел поставить лайк и останешься живым. Но если ты меня обманул, я тебя найду и съем. Бен, а это правда? Хаги меня не обманывает? Yes. Оу. Тогда лучше реально поставить лайк. Бен, погоди, пока что не бросай трубку. Я у тебя хотел спросить один очень интересный вопрос. Смотри, ты же помнишь, что такое игра в кальмара? Yes. И там у нас были такие красненькие геометрические фигурки, кружок, треугольник и квадратик. Ты их помнишь? Yes. Я тут немного подглядел, и оказывается, такие хаги-ваги даже есть в этом режиме. А может, ты знаешь, как их можно получить? Yes. Оу, так давай тогда рассказывай скорее. А мы с тобой, конечно же, попробуем в них превратить. Так, ну вот, Бен, я оказался в этой комнате. За мной бегает Кисси-Мисси, так и должно быть. Жучара, ты такой, вообще нифига не смешно. А, мне сюда, что ли, нужно телепортироваться? Yes. Я только что видел то, что туда зашел один чувак. То есть мне нужно туда, я правильно понял, Бен? Yes. Окей. Только у меня пока что-то нифига не получается туда забраться. А как правильно, а? Да что ты ржешь, подскажи мне просто, и все. Ладно, все с тобой понятно. Без тебя разберусь.
Ну давай уже, наконец-то, спустя 20 минут, как я пытаюсь пройти вот этот вот паркур, у меня все-таки наконец-то получилось. Тут оказывается игра, как будто бы вот эти стекла, стеклянный мост точнее, где у нас есть правильные, а есть неправильные дорожки, стекла так сказать. И я наконец-то добрался до этого круга, и теперь я могу превратиться в первого надзирателя. Но пока что делать этого не буду. Попытаюсь добраться до квадратика, у меня этого опять не получилось. Прошло еще где-то 10 минут, давай. Серьезно, последнюю палочку я перепрыгнуть не смог. Просто нужно успокоиться. Последний прыжок. Фух. У меня на это ушло примерно минут 40, но я все-таки справился. И вот, дальше мне теперь нужно... Я же не вставал на красное, да вы серьезно? Ладно, до квадратика я дошел, погнали дальше пробовать проходить это испытание. Прошло уже столько времени, то что я даже почти что с первого раза могу забираться в эту комнатку. С первого раза знаю, куда мне нужно прыгать, я уже просто все наизусть запомнил. Прыгаем сюда, и смотри, я прохожу это прям при тебе. Здесь... Ладно, при тебе чуть не получилось пройти. Но я так понимаю, то, что здесь мне нужно просто максимально аккуратно пройти. Я даже иду специально боком, чтобы не задеть эти красные столбики. Они меня уже так запарили. Я об них разбился уже примерно раз в 5. Так, аккуратненько сюда поворачиваемся. Погнали, вот я тут стою. Получается, никого не трогаю. Вот. Он рукой задел. Ты чё, танцуешь-то, идиотина? Боже, как это сложно. Офигеть, вон, чувак уже добрался до этого треугольника. Я также хочу, чувак, подожди меня, пожалуйста. Я надеюсь, что сейчас у меня все получится. Давай, погнали. Максимально аккуратно сейчас постараемся пройти это испытание. Я надеюсь, что у меня все, конечно же, получится. Так, аккуратно, аккуратно. Главное не зафейлиться. Так далеко я еще ни разу не заходил. Это вообще какой-то капец. Так, все, давай, аккуратно. Здесь сейчас самое главное. Фух, я уж думал, он сейчас прямо на этот столбик подвинется, но вроде бы повезло. Так, идем боком, вот так вот, хорошо, хорошо, вообще отлично, давай, погнали. Это получается финал, прямо сейчас я доберусь до этого треугольника, и будет все просто максимально люто. Так, самое главное, чтобы я сейчас качался, и тихо, тихо, тихо. Фух, я думал, он сейчас опять от стенки оттолкнется, и, в принципе, хорошо, что этого все-таки не произошло. Боже! Ладно, просто успокоились. Если сейчас у меня с первого раза не получится, ну его нафиг этот треугольник, без него обойдусь. Короче, нифига у меня, блинский блин, не получается. Хаги-ваги, если что, выглядит вот так вот. Давай превратимся в кружочек. Так выглядит кружочек, у меня тут оружие на спине. Так выглядит квадратик. А треугольника я тебе, к сожалению, показать не смогу. Я не смог до него дойти. Давай я тебе просто покажу следующего хаги-ваги. Мы оказались в самой главной комнате, где у нас стоял хаги. Прыгаем в эту зеленую трубу. И, короче, ну его нафиг. Просто берем и максимально быстро паркурим. Меня эта фигня уже максимально запарила. Тихо, тихо. С первого раза! Я даже ни разу сейчас не тренировался! Я только зашел в эту комнату и сразу же дошел до вот этого Супер Марио Хаги-Ваги. Каким образом? Вот, ачивку я, если что, получил. А можно мне так же в предыдущих играх было? Как это работает? Я нифига не понял. И вот так вот у нас выглядит наш Супер Марио Хаги-Ваги. Чуваки, кому починить трубу? Если что, обращайтесь ко мне. Точнее, к этому Хаги-Ваги. Давай дальше мы телепортируемся в эту комнату с коробками, потому что здесь у нас тоже спрятана парочку секретиков, которые я тебе сейчас покажу. Вот в этом углу у нас есть небольшой, очень интересненький ключик. Мы к нему просто телепортируемся на нашей руке, получаем ачивку. И как ты думаешь, кто это будет? Это самый настоящий Хаги-Ваги Бабка Гренни. Я когда в игру заходил, я даже не думал, что здесь такое есть. Ну это максимально офигеть! А еще в соседней комнате у нас есть очень интересненький телевизор. Мы просто подойдем, его посмотрим, и ничего не произойдет. Потому что нам нужно встать немножечко за этот телевизор, ведь там есть самый настоящий мозг человека. Что, блин? Нафига он вообще нужен? Но сейчас тебе покажу, потому что ачивку я уже получил, и как ты понимаешь, в ачивке все написано: это самый настоящий Хаги-Ваги-зомби.
Почему он так выглядит? И почему на нем какая-то деревенская одежда, я максимально не понимаю, но выглядит он очень круто. И у меня такое чувство, что он, как зомби из Майнкрафта, может тебя съесть. Поэтому на него лучше лишний раз не рыпаться. А если мы телепортируемся в комнату с нашими игрушками, то здесь мы увидим какую-то очень интересную молнию. Что это такое? Сейчас мы с тобой, конечно же, узнаем, ведь я уже выбираю этого персонажа. И это у нас будет Хаги-Ваги... Пика-пика! И он реально очень сильно похож на Пикачу! Воу, Кисси-Мисси, ты что, офонарила что ли? Это если что, Кисси-Мисси не игрок, а просто обычный персонаж, который хочет меня кокнуть. Иди нафиг вообще отсюда, тебе что надо, я не понимаю. Но ничего страшного, Пикачу же капец какой быстрый покемон, и я от нее сразу же сгасился. И вот так вот он выглядит. Очень интересно. Кстати, у нас же еще есть очень миленькая панда, и чтобы ее получить, нам нужно просто подойти к этому паровозику и просто к нему телепортироваться на нашей руке. Ачивку мы получили, и мы теперь получили самого настоящего панда Хаги-Ваги. И она выглядит прям, ну, очень миленько. Я вот прям смотрю на этот красный рот и хочу нажать на красную кнопку подписаться внизу под видосиком. Хорошо, что у меня ее уже нету, а если у тебя есть, нажми на нее, чтобы ты, конечно же, был подписанным на канал. О, а к нам тут Хаги-Ваги-предатель пришел. Здорово. В прошлом видео я тебе рассказывал, как можно получить самую настоящую Кисси-Мисси. Так вот, оказывается, там есть еще один небольшой секретик, и сейчас я тебе его покажу. Там спрятана еще одна очень интересная комната. Так, только я немного не помню, как мне нужно туда паркурить. Сейчас мы разберемся. Так, чувак, уйди, пожалуйста, не мешайся мне. А, там сверху были штуки, нужно было по ним телепортироваться. Дурак! Быстренько притягиваемся. Раз. Потом телепортируемся. Два. И добираемся сразу до Кисси-Мисси. Но она у нас уже есть. Ее мы получили в прошлом видео. А чуваки залазят в какую-то комнату. И мы с тобой тоже, конечно же, сейчас в нее заберемся. Только нужно как-то понять, как туда правильно телепортироваться. А то мне что-то немного это не получается. О, вроде получилось. Так, и что здесь у нас должно произойти? Здесь должна вроде быть какая-то кепка. Да, кепка у нас есть. И эта кепка дает нам новую ачивочку. Давай, пожалуйста, поскорее. Я уже тут стою несколько секунд и получил мальчика-обнимашку. И вот как он выглядит. Он на самом деле немножечко похож на какого-то вообще нубика. И он прям, ну, очень смешной. А давай вместе придумаем имя для этого Хаги-Ваги. Как бы ты назвал этого мальчика? Ну и свое имя напиши просто внизу в комментариях под видосиком. И так я еще узнаю людей, которые досмотрели до этого момента. А ты знал, что в Поппи Плейтайме есть даже самый настоящий бассейн? А в бассейне у нас кто водится в воде? Правильно, аксолотли. Да, возможно, ты этого сразу не понял, но здесь реально есть аксолотль. И сейчас мы его сначала заберем, а потом в него превратимся. Смотри, какой он миленький там стоит. Ачивочка получена. И мы просто сразу же превращаемся в этого аксолотля Хаги-Ваги. Да уж, ничего милее в этой игре я еще точно не видел. Я знаю, что в этих коробках прячется точно еще как минимум один секрет. Так, здесь у нас ничего нету. В какой же коробке этот секрет был, только я немного не помню. Поэтому нам, походу, придется проверять все. Так, здесь корона, мы ее забирали в прошлый раз. Если что, она нам разблокирует короля Хаги-Ваги. А здесь что-то ничего нету. А, погоди, вон еще есть одна полка. И походу именно в ней лежит тот самый предмет, который мы должны забрать. Да, про который я тебе говорил. Самая настоящая труба, на которой написано... Нуб, мы просто ее забираем и получаем ачивку. И просто превращаемся в нубика Хаги-Ваги. Да это же самый настоящий нубик из Роблокса. А кто ты, нуб или про? Если мы встанем под этот чернильный дождь, то мы сразу же превратимся в чернильного Хаги-Ваги. Так, чуваки, отстаньте от меня. Да я просто хотел в чернильного Хаги-Ваги превратиться. Чем вообще от меня надо? Или нужно просто подойти к этим чернилам? Я точно не помню, но этот Хаги-Ваги у меня уже есть. И если что, выглядит он вот так. Если мы заберемся на мостики в этой локации, то можно заметить одну очень интересную штуку. Вот она, внизу. Правда, я пока что даже не понимаю, что это вообще такое. До нее достать я, конечно же, не могу. Поэтому нужно как-то придумать способ, как до нее добраться. Давай пробуем просто прыгнуть. Это, походу, была какая-то бита или что? Я немного не понял. Окей, попытка номер два. Разгоняемся и опять не допрыгнули. Да ёк-макарёк. Погоди, а что если просто рукой дотянуться и дотянемся как раз-таки до этой штуки? Это реально была бита. И у меня такое чувство, что должна разблокироваться Хаги-Ваги бабка Гренни. Но ведь она у нас уже есть. Но все-таки я хочу получить эту ачивку. И чё? Так, у меня разблокировалась какая-то свинья-обнимашка. Свинья? Вот это вот! Вы чё, кокнулись? А, у нее в руках бита. И она на самом деле немножечко смахивает на бабку Гренни.
Такая же страшная. Также в прошлой серии мы с тобой проходили вот этот вот паркур. У меня сейчас его опять нифига не получается пройти. Я его уже и медленно прохожу, и быстро, и вообще ничего не получается. Так, нужно придумать какой-то способ, как пройти этот паркур, а то у меня вообще ничего не выходит. Вот я... опять зафейлился? Окей. Да меня уже бомбит, блин. Отстаньте. Дайте мне просто его пройти. Короче, просто сейчас быстро на спидране его пройдем и все. Я просто нажимаю пробел и shift, и ускоряюсь, и... смог пройти? Серьезно? Вот это, конечно, лайфхак из ТикТока. Так вот, здесь, оказывается, была еще одна секретная комната за вот этой вот стенкой. Мы шли в ту сторону, а здесь у нас есть еще один хаги-ваги. Только я немного не понял, что за хаги это был... и все равно зафейлился. Окей. Но сейчас я хотя бы знаю способ, как можно быстро пройти этот паркур. И опять получилось! Это реально работает. Так, давай тогда сейчас постараемся не зафейлиться. Я зафейлился. Последние два прыжочка, и этот хаги-ваги уже будет у меня в руках. Есть! Я смог его разблокировать. Сейчас только мне нужно ачивку получить. Хвосты обнимашки. Это что еще за хаги-ваги такой странный? Ну ладно. Так, сейчас я хочу просто сюда выбраться, чтобы чувакам показать то, что здесь тоже есть комната. Он пытается на руке пройти. Это здесь 100% не сработает. А я просто беру и превращаюсь в этого миленького хаги-ваги, у которого целых два хвостика. Какой-то ты очень странный, но очень красивый. А в этой комнатке у Поппи есть еще один небольшой секрет. А именно вот это вот копье, которое мы собрали, разблокировали ачивку и превращаемся, наверное, в самого необычного хаги-ваги, который здесь есть. Это какой-то индеец хаги-ваги. Ты просто посмотри, как он выглядит. Очень интересно, но максимально непонятно. Мне реально кажется, что этот чувак самый странный. Несколько раз я видел хаги-ваги, которые выпускали из себя зеленые частички. Вот такие вот чуваки. Так вот, я знаю, как можно разблокировать этого чувака, но у меня нифига не получается. Есть какой-то баг, то, что ты просто телепортируешься вот в эту вот точку. Я так понимаю, то, что тебе нужно быть в хаги-ваги, и мне дали... еще какую-то награду. Погоди, немного не понял какую. А, походу за то, что я отыграл целый час в игре. Но это совсем не то, что мне нужно. Я хочу разблокировать хакс хаги-ваги. Я просто уже минут 15 пытаюсь телепортироваться в эту комнату, но у меня нифига не получается. Тебя просто должно забаговать, выкинуть на крышу, и на крыше есть корона, к которой ты подходишь и разблокируешь этого хаги. А у меня, как ты видишь, нифигашеньки не получается. Я даже пробовал сделать это за других хаги, но у меня почему-то нифига не получилось. Зато я знаю, что ты должен прямо сейчас сделать. Тебе нужно всего лишь взять и посмотреть предыдущее видео, пока тебя не сожрал этот зомбак, потому что смотри, какой он страшный. Быстрее нажимай на предыдущее видео, а еще не забудь, конечно же, подписаться на канал. Нажимай быстрее, чувак, мы все сделали.